Свинокомплекс Слуцкого мясокомбината должен заработать предстоящей осенью. Об этом сегодня на предприятии заявил премьер-министр страны Михаил Мясникович. Строительство комплекса велось совместно с зарубежной компанией. Объект планировали сдать еще в прошлом году. Однако между субъектами хозяйствования возникли определенные споры, и работы были временно приостановлены. Сейчас одна из главных задач – решить все юридические вопросы и закончить строительство. По словам премьера, нужно сделать все необходимое, чтобы осенью этого года поставить сюда поголовье скота. По разным оценкам, строительная готовность от 75 до 80% составляет. Непростая ситуация в связи с тем, что еще нет здесь совершенно не выполненной работы по автоматике, по кормлению, а выполнены в основном общестроительные работы. Поэтому даны мною соответствующие поручения составить концевую ведомость, то есть зафиксировать объемы выполненных работ и оплаченных исполнителем в установленном порядке, и объемы работ, оптимальные объемы работ, которые надо выполнить для того, чтобы комплекс запустить в эксплуатацию. Также сегодня принято решение воздержаться от строительства биогазовой установки, которая была заложена в проекте. Это поможет ввести комплекс с меньшими затратами.